Всем привет, наши дорогие зрители. У нас сегодня праздник, у нас сегодня гость. Он у нас уже находится час. Что ты там лежишь? Не лежи. Фу, фу, дружок, фу. Что ты делаешь? Дружок. Там, наверное, он это унюхал, то, что крысы пометили, ему, наверное, понравилось. Да. Мы уже покупались, посушились. Он чуть-чуть влажненький, но довольный. Что там такое? Сначала дрожал, сейчас уже расслабился, уже играется. Покажи, как он в мячик, как ему нравится. Сейчас, давай я дружок, подойду, ко мне сидеть. Чтобы было видно. Дружок, 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 сидеть. Он увидел движение сидеть. Там. Дружок, сидеть. Вот, молодец, будь здоров. Что ты делаешь? Что это такое? Подошел я. Ну давай. Что, танцевать будешь под музыку? Хапачка, да? Пускай это покажет, как голос шепотом. Сейчас. Он еще лапу уже. Ну, сам. Сам. Я все могу. Я все могу. Оставьте меня здесь навеки. Дружок, сидеть. Давай, сидеть. Сидеть, я сказал. Вот, молодец. А теперь покажи, как ты свой этот легендарный аф. Дружок, аф. Дружок, скажи аф. Дружок. Он звуки услышал с улицы, с балкона. Кто? И сразу занервничал. Ой, мы еще отвлекаемся на все, да? Дружок. У нас уже еще... Дружок, давай заново сидеть. Вот, молодец. А теперь аф, аф, тихо. Дружок. Ну так тоже пойдет. Давай теперь... Дружок, аф. Дружок. О, молодец. Давай еще раз. Молодец. Да. В городе голос нужно выполнять шепотом. Неси сюда, неси мне. Давай. Неси мяч. Молодец, ты носишь мячик. Кто тебя научил, а? Кто тебя научил? Ах ты. Как ты балованный пёс такой. Ты породистый питбуль, да? Кто у тебя в крови был? Папка питбуль или мамка? На. Перегрыз бабушке с дедушкой виноград. В коридор давай, на. Гронки не успели поспеть. Все, ушел мячик. Мыши. Он мыши, да, увидел там движение. Мыски. Мышки или мячик, дружок? Что я знаю, что такое мыски. Мышки или мячик? Ого! Давай, неси, неси. Море такое. Ой, какой мячик. Молодец, молодец. А ну давай, сидеть. Дружок. Кто там? Давай. Неси мячик, где что мячик? Это, что ты там нашел? Да он опять отвлекся на запахи, на звуки. Что? Давай неси мячик, давай. Блин, он понимает. Да он умный. И на место. Он сразу и на место. Сидеть, я сказал. Все, у меня уже интонация пропала. Дружок, сидеть. Я на камеру не могу. Сидеть, я сказал. Сидеть. Дружок, сидеть. Вот так, молодец. Аф, скажи, аф. Давай. Ну еще громче. Ой! Такая лапа. Молодец. А лапу дашь? Лапу давай. Лапу, давай. Молодец, лапа. Да не две. Ну две, да. Его дедушка научил две давать. Давай, дай вот две лапы. Давай. Нет, он типа вот так. Давай, иди сюда. Он же не знает, что он хочет, что мы хотим. Да он да, тут сильно много всего нового и... Дружок. И то, что он выполняет команды, мы хоть ему как-то это. Вкусненькое дали, что он сколько команд выполнил. Я ему дала творог с йогуртом, он чуть-чуть полизал, но он не может есть, он сильно взволнован. Дружок. Дружбан. Дружко. О! О! Дружко! Дружко, сидеть! Давай, сидеть! А ну давай заново. Сидеть. Молодец. Что, опять молодец, мышки. Если он не сидит? Опять мышки, да, чего молодец? Дружок! Дружко, сидеть! Дружко, сидеть! Сидеть, дружко, сидеть. Молодец. А теперь аф. Аф. Давай, аф. Ну невозможно это выдержать вообще да, просто. Пасть, какая пасть красивая у нас. Питбулишь-то такая. Да. Давай. Зубы ровные, красивые. Хорошо, не нравится тебе. Я не умею, да, показывать? Угу. Ну и какие. Это все, ладно, не надо лезть собаки в рот. Что такое? Видишь, не чувствует боли. Да. Приятно. Видишь, лижет, как Симон. Ох ты, я тебе, Симон. Так его дедушка тоже вот так вот хлопает. Он знает, что это типа, ну, одобрение.
одобрительные хлопки. Питбули все так любят. Да. Какой. А шерсть какая она битая такая. Да, буду завтра все от шерсти мыть. С него так насыпалось. Подпушка нету, но шерсть сыпется. Вот это, кстати, тоже вот это вот у питбулей, у этих ротвейлеров, ну, боксеров сыпется просто шерсть. У них же подпушка. Ой, какая у него шейка но красивая. Это вроде подпушек был зимой. Шейка. Шейка беленькая у него какая-то. Вот так вот он прижимается, да, вот так вот он такой, все. Такой обнимашки. Собака такая. Он так щенячьего возраста любил, маленькая. Обнимашки. Маленький пёс, да? Маленький, да. Ну, да. Кстати, взвесить я же его хотела. Старзан вот так вот смотрит. Он так следит за мышками, там смешно. Он вообще за всем следит. Это у нас Тарзан тоже, вот он смотрит как-то, вот бежит по уху, он как раз на него смотрит. Там... Показатель ума, конечно. Он, понимаешь, вот я смотрю, он изучает все. Угу. Это капец, он умный. Нет, камеру не надо изучать. Вот он просто сидит и смотрит на мышей. Да, дружок? Так и там одна только вышла. Но он уже ж видит и слышит ее. Так вы на кухне были? Ну там крысы в гамачке спят, но я просто, я же говорю, я не хочу нервировать их пока. Мы были на кухне, он заходил. Так, дружок, его прям тянет к клетке вообще. Под нами соседка живет нервная. Я представляю. Его прести. Все, это значит питбуль. Точно питбуль. Точно питбуль. Ну давай, смотри, видишь? Или став. Дружко, поиграем в футбол. Смотри, мячик. Он смотрит, а что ты на меня смотришь? Балуешь. Мячик, смотри. Давай, неси, неси. Молодец. Он что, отбил, что ли? И что? Опять. Мышки. И мышки. Мышки. О, ты за мной на задних лапах. Давай. Мячик. Ух ты, ё-моё. Нормальненько. Попал. Хорошо, что в руку. Ты на меня смотришь, на меня мячик. Давай. Он смотрит, как ты играешь с мячиком. Вратарь. Опа. Опа. Что делать? Мячик укатился. Сейчас мы его достанем. Да не надо делиться. Мяч. Давай, неси. Смотри. Где мячик? Где? Новые запахи там. Там же все помечено. Где мячик? Там чего ты его не берешь? Там звери ходят. И по невиданным дорожкам следы невиданных зверей. Да. Дружок, дружок. Дружочек. Там Сёма ходит. И Буся на пятках ходит. Хана винограду. Фу. Сейчас игрушку возьмет вместо винограда. Надо убрать, да. Сейчас уберем. Сейчас выключим фотоаппарат и уберем. Неси мне. Неси мне мяч. Давай. Шо? Что такое? Давай еще посмотрим, что он уже знает, что это место его. А ну давай, на место идем. Иди на место. На место. На место пойдем. Садись. Ему тут не нравится, тут как-то... Ну это я постелила, потому что он влажный был еще. Ну-ка, разолезнуйте. Чтобы она впитывала. На место, дружок, место, давай. Место. 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 Тебе сукорзалезные специально дружок, предоставили. Иди сюда на место. Нет, иди сюда, иди сюда. Да что ты сюда, стала на сама место. На место? Он должен... Место, а-а-а. Это место. Молодец. Сидеть. Сидеть. Все, ладно. Это утомили собаку уже за сегодняшний день. Нет, не утомили, день. У него эмоции закрылась. Ой, да. Я уже наснимала кучу, все, надо закругляться на сегодня. У тебя батарея пока. И в батарея садится, да. О, это место, дружок, это место, молодец. Не обязательно.
Мячик. Мячик. Что ты хочешь? Ты... Он не знает, что он хочет. Поломалась собака. Собака, поспи. Лежать. Давай, лежать туда. На место иди. Иди на место сюда. Иди на место и лежать. И лежать. Лежи. Нет, лежи. Лежать вот, он не так, знает отдыхай, команду. Отдыхай, все. Спокойно. Отдыхай. Ложись. Дружок, ложись. Не знает, пока лежать. На этом все.